Чемпионат Орловской области по жиму лежа проводится у нас в первый раз. Потягать штангу записались 35 человек. Для первых соревнований это уже уровень. В следующий раз будет больше, обещают организаторы. Чтобы участвовать в чемпионате, говорят тренеры, главное иметь крепкое здоровье. Возраст не ограничен, потому что у нас уже 14 лет посвятить мастер спорта. Можно и 10 лет ждать, и 11, и 12 начинать заниматься. Так что этот вид спорта очень полезен, и тем более для девушек. К слову, девушки решили не уступать мужчинам и доказать, что слабый пол таковым совсем не является. Катя Соколова пауэрлифтингом занимается уже 2 года. На таких соревнованиях участвует постоянно. Максимальный поднятый вес – 70 килограммов, что превышает ее собственный. Но у нас в области, ну, это один из самых таких. Лучше, да? Ну, можно так сказать. Катя уже занимается и тренерской работой. Одна из ее протеже – Люда Филатова. У нас обстановка очень интересная, веселая, как бы мне этим интересно стало заниматься. Но я решила продолжить. Самым младшим участникам 13 лет. Ребята не растерялись и доказали всем, что добиться успехов может любой. Главное – желание и интерес. Начали где-то месяц назад. Очень нравится ходить, не пропускаем тренировки, стараемся выжимать на полную. Эти соревнования – подготовка наших спортсменов к чемпионату Брянской и других областей. Цель – попасть на чемпионат и первенство России. И перспективы у орловских спортсменов достаточно неплохие. Анна Маричева, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».